добрались до следующего места. Здесь, друзья, было старое урочище, но урочище-то не особо интересно. Нужно искать места, где стояла техника, и есть прямо обалденный металл. Но все равно немножечко решил походить. И уже что-то есть. Попалась какая-то тяпка, рессора, такой летяк. Ну и есть очередной сигнал. Ну давайте выкопаем и посмотрим, что за находка. Немножечко походим здесь, ну а затем уже будем исследовать ближайшие площади. Возможно, наткнемся на место, где стояла техника и будет металл. Ну и вот она, находка. По-моему, уголок, что ли? Ага. Что там еще есть? Не пойму. Возможно, друзья, часть старой кровати. Я выкладываю. Скорее всего, так и есть. Такие неплохие. На балдажничке. Ладно, сейчас, наверное, откопаю и посмотрим, что за находка. Ну, в общем, друзья, так и есть. Это часть, ну, то есть спинка кровати. Ну, в принципе, лес есть. Старая какая-то. Заберем. Зашел в болото, и есть находка. Вроде бы летая, но не крупная. Давайте посмотрим, что такое-то. Кусок трака, что ли? Точно, трак. Ну, то есть половина трака. Чё-то попалось. Опять не крупная. Какой-то каточек, что ли? А, может, и шкив. Все уже заросло корнями. Сейчас увидим. Обломанный каток, что ли? Ну да, так и есть. По-моему, опять трак. Ух ты. Может, не один? Один. Ну, все равно неплохая находка. Трак откапывать всегда приятно. Такой вот. Очередная находка. Каток, не каток. Не пойму, что это такое есть, друзья. Ну, тяжеленькая. Ух ты. Нифига себе. Какой-то блин. Скорее всего, какой-нибудь каточек. Такой вот тяжелый металл.
И все-таки, друзья, решили выбираться из леса. Как я и говорил, лес такая штука, можно попасть на место, да и за один раз металл-то оттуда не вывезешь. Ну а можно блуждать неделями, и металла вовсе не будет. Но все равно, друзья, немножечко накопали. Я думаю, килограмм 250 мы в лесу набрали. Ну сейчас, наверное, лучше попробуем покопать в полях. Здесь есть интересное место, но впереди нас ждет неприятный участок дороги. По полям-то кое-как прокорячились, но смотрите, идет лощина. Не знаю, получится ли вообще подняться на бугор, да и в ручье, скорее всего, уровень воды прибавился. Ну давайте спустимся и посмотрим, есть ли вообще возможность переехать этот ручей. Летом проезжал этот ручей без всяких проблем. Уровень воды был низкий. Ну а сейчас идут дожди, уже лежал снег. Не знаю, смотрю, может и получится как-нибудь проскочить. Обалдеть, друзья, смотрите, уровень воды прибавился. Уровень-то был намного ниже. Проезжали без проблем, ну а там в середине идет самая глубина. Там глубина, наверное, с метр. Офигеть. Сейчас, если ехать, это получится, смотрите, какой поток. Поток перегородить машиной, и пойдет вода, скорее всего, под капот. Боюсь хапануть воды. Знаю, наверное, рисковать не будем. Разворачиваемся и попробуем еще найти какое-то место. Да нет, там глубина обалденная. Скорее всего, не будем рисковать ради металла. Ладно, найдем еще какое-нибудь место. Ну и нафиг, друзья, лазить по таким болотам. Смотрите, видимо, здесь уже давно никто не проезжал. Следов от машин нет. Ну, то есть, да, дождей, снегов ездили, а сейчас уже уровень поднялся, и люди не рискуют. Ладно, лучше попробуем так найти место. Все-таки, друзья, вчера решили выбираться из полей. Даже на Ниве, как я и говорил, тяжело передвигаться по полям. От дорог, можно сказать, ничего и не осталось. Да и не поехали через ручей. Вроде бы это было неплохое место, но не стал рисковать, так как скоро Ниву буду отдавать вам. Ладно, если бы дальше ездил на этой Ниве, конечно, я рискнул бы и поехал. Ну, а так не стал. Решили выбираться. Сейчас догружу немножечко металла. Поедем на приемку, узнаем нал без нал по поводу цены. В этих районах давно не сдавал. Затем едем, покупаем живца. Уже скоро обещают сильные морозы, и встанет первый лед. Да, конечно, потом живца мы наловим, но на первое время нужно немного запастись. Покупаем живца и посмотрим. Возможно, получится еще куда-нибудь съездить покопать. Ладно, пока едем на приемку.
сбора. Вчера все-таки друзья не поехали, так как не успели бы купить живца. Берем живца с рыбных паст, то есть привозит рыбу и также привозит мелкого карасика. И его тут же прям сразу раскупают, кто кошка, ну то есть кто куда, кто на живца. Каждый раз, друзья, приходится ездить за продуктами, ну и так далее, за 30 километров. Так, конечно, жить в деревне, в ближайшей местности нет магазинов. Ну, то есть есть какие-то мини-магазины, можно купить хлеб, ну и так далее. Ну, а за продуктами приходится ездить в город. Также нужно купить масло для двигателя. Ну, в принципе, уровень пока еще между минимумом и максимумом. Можно было бы ездить еще, но нужно немножечко все равно долить. Да, кстати, как приобрели машину и, можно сказать, забыли про масло. Первый раз будем доливать. По сравнению с пятеркой, которая была до Нивы, это, конечно, друзья, небо и земля. Туда заливали, прям лили масло литрами. Когда уезжали на поиски, то есть сразу заливали литр и на обратном пути также заливали бутылку масла литровую. Ну а тут поменял и, можно сказать, забыл. Да и по бензину она, пятерка, жрала, будь здоров. Ну там уже двигатель был подуставший. Ну а тут, конечно же, расход в разы меньше. Ладно, надеюсь, что карася мы купим. Уже время, в принципе. Ну я думаю, успеем. Двигаемся дальше. Вроде бы рыба есть. Сейчас посмотрим, есть карась. Нет, что-то начинает там, может. Доброе утро. Конечно, нет карасика у вас. Нету. У нас живца в этом году нет. А будет вообще? Нет. У меня щуки. Вон окуняю, вон, гляньте, какие болеют. Какой там живец? У нас в этом году нет. Просто уничтожил. Так, ладно, спасибо. К сожалению, друзья, живца мы так и не купили. Говорят, даже в этом году и не будут продавать. Ну, то есть самим надо кормить щук да окуней. Да, конечно, жалко. Ну, теперь как встанет лед, сами наловим. Ну, а потом уже будем ловить на жерлице, ну и так далее. Хотя, в принципе, можно сходить еще в одно место. Ну да, сейчас, наверное, схожу на рынок, посмотрю. Там тоже, бывает, продают живца. Ладно, пойду, дойду и посмотрю. Ну, а затем будем двигаться на приемку. Доброе утро, кстати, не поздоровались. А вы, может, тогда я воду вылью? Нет, так мы давайте вам взвесим сначала, а потом воду вылью. А можно воду завесить вот так? Да можно воду завесить. А, или давайте, в принципе, тут да. Так, ага. Положу? Подожди, а мы ветров с тобой не двигаем. Вывлить обратно. Ой, не везет. Вы бы так могли сделать. Ну вот, друзья, все-таки нашли живца, 255 рублей. Нашли в другом месте. Ну, это, конечно, хорошо. Нормальный карасик. Хватит? Да, еще нет. Ну и я думаю, хватит.
пусть там с водой 2 килограмма. Ага. Давайте вот будем. А почем у вас килограмм? 7 рублей. Добрались до приемки, но сейчас, друзья, узнаем, как здесь все происходит, нал, без нал, какая цена, ну и так далее. Ладно, заезжаем и разгружаемся. Разгрузили металл. В общем, друзья, получается такой расклад. За безналичный расчет цена 22,50, ну, то есть переводом на карту. За наличные 18,50. Цена разница в 4 рубля. Мы сдали за наличные, ну, не знаю, возможно, в дальнейшем все, ну, то есть все отменят и будут принимать только на карту. Ну, сейчас пока сдаем за наличные. Вы смотрите сами, как вам поступать. Цена разница в 4 рубля. Ну, конечно же, вы уже сами определились, как вам поступать. Ну, мы пока сдаем за наличные. Сейчас выдвигаемся в сторону дома, перебираем живца, опускаем в погреб. Да, кстати, в прошлом году показывал амбар, который до сих пор так и не вскрывал. Вскрыл амбар. Давайте доедем до дома, все расскажу и покажу. Процесс погружения живца прошел благополучно. Ну, надеюсь, друзья, живец выживет, и мы на него поймаем хороших, здоровых щук, окуней. Ну, возможно, попадется и судачок. В общем, друзья, вскрыл этот амбар. Ничего здесь интересного, кроме различного старого хлама, не оказалось. Будем использовать его под дрова. Ну, а со временем, скорее всего, его снесем и на этом месте построим хороший амбар. Так как здесь есть погреб, можно хранить соленья, также можно хранить дрова. Туда он поместил колеса, смотрите, для будущей пушки. Да, кстати, вообще-то из интересного, здесь оказались 4 керамических старых горшка, друзья. Обалденная вещь, тоже пойдут на дальнейшие поделки. Ну а сейчас времени не остается делать какие-то поделки. Материалов уже скопилось огромное количество, ну а времени на что не хватает. Ну, конечно же, в дальнейшем мы будем использовать этот материал и что-нибудь из него мастерить.
пока в амбаре выломал окно, так как дверь выходит не пойми куда. Ну, в ближайшее время прорублю здесь дверь. И, как и говорил, будем использовать этот амбар под дрова. Ну, на этом, друзья, мы, наверное, будем заканчивать видео. Съездили не особо-то удачно. Накопали примерно в районе 250 килограмм. Когда отвозил металл, еще догрузил немного своего металла. Ну, по расчетам вышло примерно 250 килограмм. Порадовала, конечно, вот такая дверца. Смотрите, их у нас теперь две. У этой, конечно, сохран получше. Эту дверь мы нашли летом в старой брошенной деревне. Ну, то есть, видео есть на канале, можно посмотреть. Обалденные вот такие вещи. Нечастая находка. Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать видео. Ну, а мы поедем на речку и накидаем немного донок на налима. Живец-то у нас теперь есть. Возможно, в ночь попадется налим. Всем удачи, друзья, и до новых встреч!